Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Алла. Мой канал о рукоделии, о вязании. Хочу показать свои работы за последнюю неделю. Закончены у меня две работы. Сейчас я вам их покажу. СП свяжем полосатик подошло к концу. В конце видео я расскажу, сколько я связала благодаря СП совместный проект, который называется «Свяжем полосатик». Расскажу вам, сколько я связала изделий, сколько у меня вес вышел. В общем, все, что связано с этим совместным проектом. Сейчас хочу показать две работы за последнюю неделю. Это последний четвертый отчет. Значит, у меня вот такая вот вязалась жилетка для дочки. Сейчас я разложу аккуратно на столе и покажу вам. Вот, смотрите. Большая жилетка, она еще влажная. Вот такой вот вырез. Название у этой жилетки — «Морской прибой». Связана она, как вы видите, в сине-голубых тонах. Пряжа здесь шерсть махер, полушерсть. То есть вот такой вот разный набор пряжи. Бесшовная. Вот здесь вот на плечах только швы. Здесь связано изделие по кругу. Обычным способом я набираю петли, нужные мне, замыкаю в круг и вяжу. Вот. Хороший способ извязать остаточки, но у меня еще много осталось разной такой пряжи. Здесь и бобинная шерсть. В общем, вот это изделие. Вес этой жилетки 222 грамма. Вот, размер получился большой. Она после стирки очень вытянулась. Вот. Вязалась на размер 44-46. В итоге, я думаю, что тут 48-50. Сначала я хотела здесь тоже резиночкой 2 на 2, как и внизу, но передумала. Вот. Так что вот это я вам показала, жилетка. Дальше у меня потом будут фото. Уже когда придет дочка с работы, я сделаю фото, покажу вам. Так, вторая работа за эту неделю. Такой вот ягодный микс. Это бактус, он тоже еще влажный. Вот такой вот. Вот видно вам, вот такой вот получился. Это тоже остатки пряжи. Это хлопок. Немножко вискозы. Ну как немножко вискозы, идет по всему изделию. И Ярнард джинс. Вот видите, сколько тут расцветок Ярнард джинса. Вот как бы тоже довольно-таки мягкий, приятный вес. Вес платка 130 грамм всего лишь. Вот. Разные дорожки, вот как я показывала на предыдущем платке. Сейчас я вам покажу, откуда идет вязание. Вот отсюда идет вязание. Начинаю я из середины, набираю 3 петли с 3 петель. Вот оно вырастает, вот такое вот большущее, красивое, приятное изделие. Вязать можно из любой пряжи. И из хлопка всегда можно на лето связать такой ажурный на больших спицах.
Вот, это у меня осенний-весенний такой для внучки. Она попросила, цвета она сама выбирала. Это для младшей внучки. Предыдущий платок бактус был для старшей, а это для маленькой. Вот, какими здесь полосочками, это тоже по желанию. Как душа просит, так и делаем. Так, вот. Это вот, сейчас я установлю. Сделаю вам красивый фон. И буду рассказывать про данный совместный проект, который подошел у нас к концу. Что я хочу сказать? Я еще не подсчитывала вес. Сейчас, минуточку. Я быстренько подсчитаю, сколько я... Я хочу сказать, что мне очень понравилось с Наташей Хомяковой участвовать в совместных проектах, потому что Наташа разрешает вязать нам те изделия, которые нам нужны. Вот. Она очень снисходительна к нам, она понимает, что у нас у всех свои, как говорится, свои нужды. Вот что нужно, то мы вяжем. Ну, в данном проекте мы вязали полосатики, то есть, сами понимаете, да? Изделия были в полосочку. Вот. Так, я подсчитала. Я извязала 252 грамма. Это вот что касается по данному совместному проекту. Я очень рада. Хочу сказать спасибо Леночке, которая тоже участвует со мной, Наташе Хомяковой, которая всегда стимулирует. Вот. Нам с девочками очень уютно вязать, общаться. Мы делимся, какие мы вяжем работы, из какой пряжи. Ну, в общем, как будто и расстояния между нами нету. Лена живет в Красноярском крае, я в Калининграде, Наташа в Крыму. Вот. И вы знаете, мы друг от друга находимся на большом расстоянии, у нас разный климат у нас, да, разный у всех, разные возможности, разный взгляд на все, на вязание, но мы очень подружились, мы вяжем очень дружно. Вот, вязать нам нравится. Завтра 22 число Наташа будет показывать непосредственно наши работы. Вот. Может, что-нибудь еще, какой-то мы совместный проект вместе придумаем. Мы дружно втроем, и еще присоединяются девочки, мы продолжаем вязать мотивы для пледов. Пледы Наташа собирает, обвязывает. Проект, в который мы вступили, он благотворительный проект, благотворительная акция. Называется он «Свяжем плед всем миром». Если вы не знаете еще про эту нашу благотворительную акцию, проходите, я оставлю внизу видео. Проходите, посмотрите, какие девочки молодцы, как они стараются и вяжут. И будем вязать весь 21 год, мы хотим согреть теплом тех людей, которые нуждаются. Вот. Ну вот, пожалуй, все. Еще раз хочу сказать спасибо Елене Власенко и Наталье Хомяковой за то, что они вместе со мной вяжут и делают добрые дела. Спасибо вам, девочки.
А всем моим зрителям до новых встреч. До свидания, друзья. Всем желаю здоровья и всего самого-самого наилучшего.